В Беларуси участились случаи гибели людей на воде. Только за последние сутки утонули 10 человек, из них один ребенок. МЧС призывает быть бдительными. Основные причины трагедий – купание в состоянии алкогольного опьянения или запрещенных местах и оставление детей без присмотра. ГАИ настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие и по возможности отказаться от дальних поездок, особенно в автомобиле без кондиционера. С собой нужно брать питьевую воду, а в аптечке должны быть необходимые лекарства. Стоит проверить и наличие исправного огнетушителя. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в более чем 70 районах Беларуси. Нарушителей ждет административная ответственность. Если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом – штрафом до 384 рублей. Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 960 рублей. Преподаватель по самбо Бобруйского училища Олимпийского резерва Нона Жуковец удостоена почетного звания «Заслуженный тренер Республики Беларусь». Указ подписал президент. Всего награждены 75 человек – военные, деятели искусства, спортсмены и артисты. В Бобруйском районе произошел пожар. ЧП случилось ночью в деревне Заболотье. Хозяин во время возгорания находился на улице. Обошлось без пострадавших. Уничтожена крыша, повреждено перекрытие и имущество в доме. Причина выясняется.